Здравствуйте, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, а у нас тут Алдерсблот. Текущая задача — поговорить с персонажем Рут Урвин в регионе Трактир. А нам нужно явиться туда за тем, чтобы взять с собой Дюка и куда-то его там отвезти. Того самого Дюка, который ослеп. Ну, ослеп вроде как бы он не зря. Бог через него пытается что-то сделать или общаться, или, может быть, показать что-то. Я уж не знаю. Ну, наше дело маленькое. Нам сказали идти. Мы и пойдем. Поговорим с персонажем Рут Урвин в регионе Трактир. Только сначала я загляну в снаряжение, потому что там были смастерены... А где они? В предметах? А, призрачные клинки. В словах есть сила, хотя мало кто знает, как правильно их произносить. Все, что для этого требуется, это несколько капель крови, ресурс для сбора которого эти маленькие лезвия идеально приспособлены. Это вот то, что мы смастерили в прошлый раз. Наносит рубящий урон на расстоянии. Ну, я не знаю, может быть... А я могу... Почему я... Я могу только носить один предмет, получается, или что? Так получается. Больше предметов я с собой взять не могу. Может быть, с развитием персонажа это все станет по-другому? Знаешь, но я, наверное, все-таки сеть охотничью уберу, потому что... Ну, вот этот персонаж уж точно не пользуется, и потому что если он бьет кого-то, то бьет издалека. Может быть, я сеть кому-нибудь дам другому, а тебе вот действительно пускай будут у тебя призрачные клинки. Да? Ну и оберег, запах, естественно, никто у тебя не отнимет. Ренуар Максвелл. Метательные ножи. Ну, поскольку ты всегда, в принципе, где-то там, на передовой, может быть, и не обязательно тебе метательные ножи, а? Может, тебе сеть лучше дать? Пускай у тебя будет сеть. Хуга, ты пока в запасе. Но ты не отчаивайся, твое время придет. Я, знаешь, наверное, все у тебя эту цикаду заберу. Хотя у нас их две, похоже, да? У нас их две? Ну, если две, тогда ладно, пускай остается. И Эван, мой красавчик. Красная шляпа. Я тебе вручу одну из цикад, потому что со здоровьем у тебя совсем туговато. Хотя научился зализывать раны. Очков здоровья восстанавливается во время отдыха. Ну, отдыхать-то не время, нужно скакать. Поскакали в трактир, снять лагерь. И мы здесь, а нам, о-хо-хо, как долго скакать. Ну, в пустоши изгоев перейти. Да. Как бы чего ни случилось, потому что случайными событиями игрушка тут, да, полнится. Так, ну мы на пустоши изгоев. Я думаю, что в лагере чего-нибудь мы сообразим. Повозка ремесленника, ну здесь... Подожди, вот обереги. Оружием это хорошо. Обереги. Черный язык. Что это такое? Святой предмет. Ячейки для предметов. Ух ты, палец палача. Подожди. Ну, оберег солдата это хорошо. Оберег охотника тоже. Это мы все знаем. Выносливость 10. Это тоже было бы. Линза. Обзор, неистовые передвижения. Это хорошо, конечно. Но у нас ячеек все равно мало, поэтому оставлю я это пока. Я вот как-то это не заметил прошлые разы. Доска назначений. Мастерить мы сегодня ничего не будем. Ты будешь отдыхать. Ты, скорее всего, тоже проведешь время в палатке некоторое. Ты займешься собирательством. Ну, а Ренуар будет в дозоре. И я надеюсь, что дозорить он будет как положено. Никто и ничто нам не помешает отдыхать. Принять.
переждать день. Ну? Черт! Хуга. Не, ну Хуга... Хуга можно немножко пострадать. Ну, совсем чуть-чуть, правда. 36. Досталось ему. Охотники были ранены во время сбора ресурсов. Ладно, принять. Еда, серебро, охотничьи материалы. Маловато, но все же лучше, чем ничего. Хуга. Хуга у нас... Ну, он что? Он с нами, в принципе, никуда не ходит. И я думаю, что вылечится. Вылечится. Главное, Эван чуть-чуть у нас стал здоровей. А если не вылечится, то жертвенное дерево его ждет. Ладно. Что, заканчиваем? Снять лагерь. Трактир. Я больше не могу ничем помочь, Дюк. Я не могу понять, что вызвало слепоту, и я боюсь, что тебе теперь с этим жить. Мэм. Да. Боюсь, что наш безрассудный друг больше никогда не сможет видеть. И кто о нем теперь позаботится? У меня и так обязанности, люди в поселках. Я о нем позабочусь. Спасибо за вашу помощь. Пошли, Дюк. Пора идти. Вот. Куда? Принять. Не надо... Куда? Я сам не знаю, куда. Что случилось? Погоди-ка, сынок. Погоди-ка. Куда собираешься везти этого дуралея? Ты что, не видишь, что он не в состоянии путешествовать? Ну так он тебе ж не нужен. Я очень признателен за вашу помощь, мэм, но при всем уважении у нас неотложные дела на Востоке. Мы должны идти, Дюк. А я-то думала, что Дюк безрассуден. Слушай, мальчик, уж постараюсь о нем хорошо заботиться, иначе поплатишься. Все в порядке, мэм. Он теперь с друзьями. Тогда ладно. У меня есть некоторые дела в поселках, встретимся в Ратли, когда уладите свои дела. Чувствую, что рано или поздно там пригодятся охотничьи руки. Ну ладно, договорились. Охотничьи руки. Может, что-нибудь в магазинке? В магазинке что-нибудь, чертеж шипы. Может, конечно, интересно этот чертеж, но на черта же он мне нужен. Я возьму и куплю их. Покрывает область маленькими шипами. Аптечка восстанавливает, но дороговато, дороговато аптечка. Бинты. Вот кровотечение я боюсь, я как бы, может быть, еда. Ну, с едой как бы... Ладно, не буду я ничего покупать, не буду тратить деньги. Отправимся снять лагерь. И нам нужно вот аж сюда, да? Ну, только какой тропой мы пойдем? А, новый? Или лучше старый пройтись? Тут раз, два, три... И 4 пришли, да? Тут 1, 2, 3, 4 и на 5 пришли. Как бы дальше. Но может быть интересней? Да даже не 5, а вот 1, 2, 3. Тут много идти. Может быть не стоит. Нормально. Нет. Мало, нет. Нормально, много. Давай я вот сюда сразу отправлюсь, перейти. И сейчас в лагерь. Сейчас все-таки в лагерь. И в лагере мы... Ты, конечно, отдохнешь. Вы вдвоем займете собирательством. Ну а ты на дозоре. Принять.
Все спокойно, прям 52 еды, 48 серебра, охотничьи материалы, механические части принять. Наша стража доложила о небольшой группе монстров, обнаруженной неподалеку. Мы можем напасть на них или оставить в покое. Ну, дело в том, что... Какая мне польза? Ну, во-первых, опыт, да? Борьбы с этими монстрами. Во-вторых, может быть, что-нибудь перепадет, не знаю. К оружию. Засада, описание проклятия. Мы попали в засаду. К оружию, братья. Ты, все. Начать миссию. Враги немедленно реагируют на громкие звуки. Так. Так. Я не пойму. Они уже готовы нападать? Мне, собственно, прятаться бессмысленно? Мне нужно убивать их? Или что? Ну, ладно. Попробуем сделать вид, как будто они нас не видят, да? Возможно. Ренуар, тогда мы сейчас бросим камень. Attacking. Максвелл. Ты идешь сюда? Going for a kill. Так неплохо. Ты, наверное, стрелять не будешь. Ты попробуешь его... Блин, ну я хотел, чтобы он пошел. Ренуар. Ладно. Нет, отмена. А может быть, не отмена. Так, ты идешь сюда. Блин, он просто меня заметил. Надо было, наверное, бросать камень. Ну что ж, ничего страшного. Наверное. Ну уже кого-то отвлекать бесполезно. Или может быть попробовать. Этот-то как бы встревожен, да? Это этот уже готов нападать. Ладно, сокрушительный удар, иди сюда. Ты не можешь? Почему? Going. Почему? Что случилось? Что не пойму, или все притормозило, что происходит? Going. Chief? Так, ну по тебе будем стрелять, наверное. Target acquired. Target down. Он готов. Давай на эту сторону. Нет, ну дальше, если он пойдет, он просто закончит плохо. Поэтому конец хода.
ладно. Давай сюда. Хотя, наверное, укрытие, ну, собственно, не дает нам никакого укрытия. Мы просто пересидим. Просто пересидим. Блин, он обнаружил нас. Он нас обнаружил. 20 очков здоровья. Молодой крикун. Так, отомсти за себя. Это хорошо, награды, но плохо то, что что-то там все притормозило. Я не помню, скверна какая-то появилась. Незначительно. Какая-то надпись появилась, скверна. Это скверно, что идет скверно. Ладно. Снять лагерь. А что здесь? Еда мало, много, много, нормально, нормально. И ритуальные компоненты здесь есть. Перейти. Даже будучи слепым, Дюк хорошо держится в седле, это успокаивает. Пока мы были в дороге, я объяснил ему план Райта. Я рассказал ему о храме, скрытом в лесу, и о том, как он смог бы усилить свою связь с источником видений. Но похоже, что Дюк, так же как и я, был скептически настроен по поводу нашей миссии. Что же мы здесь делаем тогда? Мне кажется, что мы теряем время, гоняясь за призраками, но я уже принял решение, и теперь незачем поворачивать назад. Скрытый храм. Может быть, прежде чем зайти в храм, мы в доске назначений что-нибудь походим, поищем чего-нибудь, а? Ты отдохнешь? Ты тоже... Давай так, отдых. Ты собирательство. Ну, а ты дозор. Принять. Еда, серебришко, два ритуальных компонента всего. Ну неплохо. Враги неподалеку. Наша стража доложила о небольшой группе. Проигнорировать их. Нет, хватит. Пока что хватит. Я просто боюсь, что... точно не помню, но... Убивая монстров, мы тоже что-то, какую-то негативность в свою сторону притягиваем. Поэтому, может быть, сильно их не бить? Пока что. Здесь со здоровьем все хорошо, здесь тоже неплохо, и здесь замечательно. Ну, а Хуго как-нибудь, как-нибудь... Как-нибудь... Скрытый храм. Тип миссии взять. Райт уверен, что в этом лесу есть и заросшие руины храма. Нам нужно добраться до них, а затем найти все, что может помочь понять наше текущее положение. Хорошо. Болезненные ножи, охотничья сеть, призрачные клинки. Ага. Ну что ж, начать миссию. Мы нашли каменную тропу. Возможно, именно она нам и нужна. Постарайтесь не привлекать внимания. Аккуратно проберитесь внутрь, а затем сбегите, прежде чем лес поймет, что мы были здесь. Все аккуратно, да? Не привлекая внимания, куда нам нужно идти? Ого-го, как далеко. Как далеко нужно идти, а здесь вот эти глазастики-то. Этот смотрит куда-то туда, где нас нет.
наблюдатели. Так что будем делать? Ренуар, ты пойдешь сюда. Сядешь здесь. Места больше здесь рядом с тобой нет. Крикун смотрит туда, этот смотрит туда. Ну, попробуем остаться незаметными. Конец хода. Ну куда ты пошел? Там же запах наш. Не ходи туда. Не ходи, не надо. Чем меньше мы перебьем вот этих вот тварей, тем лучше. Я попробую его отвлечь. То есть не я, а его попробует Максвелл отвлечь. Камешком. Вот, иди, там камень. Иди, посмотри. Так, ты здесь сел. Ты куда пошел? Не туда ты идешь. Иди сюда сначала. А потом иди сюда. И сиди здесь. Ready, sir. Getting into cover. Конец хода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ну он допросится. Я даже не знаю, что с ним делать, но, похоже, его нужно устранять. Его нужно устранять. Я даже не пойму, куда он смотрит. Пускай смотрит в ту сторону. Не знаю, топор, конечно, такое оружие мощное, но, блин, я его не добил. Давай попробую еще разочек. Я, конечно, потерял выносливость, но его больше нет рядом с нами. Все собрались, вся кучка здесь. Еще крикун этот. Ну, крикуна как-нибудь на всякий случай развернем. Так, ты топай сюда. Даже можешь идти сюда. Ты пойдешь сюда. Ага. Пристыло. Главное не перепутать и не начать стрельбу бы. Вроде как бы здесь пустовато. Я не пойму, что вот за волны какие-то отражаются. То ли камни, это защита есть какая-то, какой-то защитный барьер, или нет же. Я думаю, что да. Камни, наверное, тоже как бы, но в обучении это ничего, по-моему, не рассказывали. Нам еще далеко идти. Так, ты тупай сюда. Максвелл, давай мелкими перебежками. Конец хода. Максвелл, ты у нас далеко можешь ходить. Давай пробуй. Но единственное, знаешь что, торопиться, наверное, тоже не надо, потому что, а вдруг кто-то там есть? И вот вдруг этот здесь, да? И вот друг этот стоит здесь и смотрит. В принципе, смотрит он в ту сторону.
которая нас сильно не беспокоит. Давай-ка здесь посидишь. Что с тобой делать? Ну давай сюда. Нет, тихо! Даже не знаю. Слушай, я направлю тебя вот сюда. Просто проверим. Конец хода. Ну, никто нас не обнаружил. Здесь поваленное дерево. Может быть, так мы и пойдем? Не знаю. Попробуем. Chief. They won't see me there. Chief? Getting into cover. Ready. Так. Hiding. Что там? Похоже, слова Райта храма были правдивы. Давайте-ка разведаем все внутри, да? Ну подождите, подождите, нам нужно еще дошататься туда. Слушай, не знаю. Ну выносливости хватит. Две, четыре, три. Ну, в принципе, хватает. Нормально. Войдите в храм. Ты прям так взять и войти, что ли? Давай попробуем. Эта вещь, забери ее. Что это, Дюк? Пока не знаю. Просто возьми ее, а затем передай мне. Откуда? Ты же ничего не видишь, Дюк. Откуда? Как? Так, в принципе, он может сюда пройти. Запах. Запах, черт побери. Запах. Чувствую быть в беде. Если это чучело, молодой выродок пойдет сюда, вот сюда даже он просто учует. Поэтому наших бойцов нужно подтягивать. Подтягивать как можно ближе. Вот я думаю, все-таки стена тоже дает какую-то защиту. Не уверен, конечно, но надеюсь, что да. Ладно, если что, начнем стрелять. Конец хода. Да, местечко мы заняли, конечно. Ренуар, а ты что, вот сюда... Здесь обязательно нужно обойти эту область. Почему? Ну ладно. Hiding. Chief. Даже не знаю. Может, по-хорошему взять, да прихлопнуть его, а? Ну, блин, далеко. Не, пока что конец хода.
getting into cover. Ренуарчик, ну ты хватай. Или как? Хорошо, у нас есть то, зачем мы пришли. Давайте выбираться. Видите тот проем в стене? Уйдем через него. Где? А, вот этот проем. Chief. Vanishing. Так, ты сюда? Chief. Ну и нам нужно как-то выбираться тоже. Что-то про меня забыли. Конец хода. Может просто взять их и перебить? Я вот не помню. Просто бесполезные убийства вроде как бы тоже влияют на меня. Надо где-то взять это почитать. Так, ждем всех. Ждем всех, пока все соберутся, тогда пойдем. Давай сюда. Готов, да? Проверим, сколько останется еще выносливость. Еще останется конец хода. Пускай этот песик, хороший песик, пускай ищет камень. Камень ищет. Нет, нигде. Так, ты мне не нужен. Максвелл. Ты иди вперед. Ты ходишь дальше всех. Не, ну будем сидеть. Будем сидеть, конечно, ждать всех. Будем ждать всех. Тебе сколько? Две выносливости. Нормально. Добегаешь. Эван. Ну а ты, старина Эван, тоже все хорошо. Какая-то штучка нужна им, непонятная. Да ну подожди, ну выделить... Да ну что ты делаешь? Не может нормально взять и выделить того, кого я хочу. Охотники могут свободно передвигаться до тех пор, пока у них не закончатся очки. Хорошо. Да, даже опыт. Опыт. Бог, руины. И что насчет кубка? Эй, Дюк, тот артефакт, что мы нашли, тебе поможет чем-либо? А, шеф, вот ты где. Пока не знаю, как, но у меня странное предчувствие, что это нам позарез пригодится в ближайшие дни. Даже не знаю, на что я смотрю, Дюк. Что это? Это мой друг, изображение Бога, создателя, что был утрачен из-за людей. А эти руины? Я думаю, что это был храмом охотников. Раньше мы были более почитаемы, чем сейчас. Теперь весь мир забыл об этом. Что же нам теперь делать? Мне нужно время, чтобы подумать. Рут хотела встретить нас в одном из поселков, по-моему, Врат. Я бывал там несколько раз, они там делают самые необычные ветерки. Ветерки? Они утверждают, что их перезвон отпугивает тварей. Поселок все еще цел, так что похоже, что это правда. Так, все по коням, мы отправляемся в Раттл. Призрачные клинки, болезненные ножи, опыт. Все это пришло к нам. Может быть, прежде чем снять лагерь, еще что-нибудь поискать? Никто не против? А ну-ка, повозка ремесленника, обереги. Чертежи. Порезать цель жидким серебряным покрытием, чтобы вызвать болезни. Интересно. Отряд охотников. Не, подожди, это не то. У нас опыт. У нас удачливый и крыса.
Ваш охотник получил дополнительный слот под оберег. Да? Угу. Очки создания. Еда, потребляемая охотником, меньше. Очки... Вот давай вот это, зализывание ран. Они все должны зализывать раны. Все. Все должны абсолютно хорошо зализывать раны. Оберег, да? Отлично. А, подожди. У него есть второй слот рабочий. Только у него? Ну да, эти закрыты. Это у этого открыт, у этого тоже открыт, и у этого открыт. Ладно. Добыча еды. Ну все. Кстати, надо Хуга, может быть, куда-то брать, потому что у него до сих пор уровень первый, он никак просто не развивается. Надо дать ему возможность проявить себя. Наверное. Ну так что, будем искать что-нибудь? Давай, ладно, ты отдыхай. А вы на собирательстве. Принять. Только бы ничего не произошло. 41 еда, серебро, материалы, ритуальные предметы. Проклятие, мы попали в засаду к оружию братья. Ну откуда, откуда они взялись? К оружию, конечно. Так, ничего себе, ничего себе. Ничего себе, засада. Засада. Убить троих, да, получается, надо? Всего лишь, не обязательно всех. Ренуар, попробуем его отвлечь. Блин. Даже не знаю. Chief, you are dead. А если так? Мне бы главное, чтобы отвернулись они. А, он замечает меня, да? Versus. Началось. Waiting for orders. Ну ладно, началось так началось. That one's dead. Готов. You are dead. Ту-ту-ту-ту-ту. Выносливости больше нет. Chief. Этот нас замечает, да? Начинает орать, как сумасшедший. Moving. Блин, я не дотягиваюсь до него. Что происходит? Почему я не могу? Я не могу сейчас управлять, я не могу ничего делать. Потом, когда игрушка восстановится сейчас, придет в норму, я выполню какое-то действие. Ну? Что такое?
Мне что-то нужно сделать. О, все, пришло в норму. Че было? Почему было? Опять что-то не так. Но если я буду его бить, наверное, это не поможет. Ладно, конец кода. Выносливость забрали у нас. Непонятно, как это работает. Going in. One more kill. Готово. Lock and loaded. Attack. That one's dead. Призрачные клинки сработали. Миссия выполнена. Продолжить. Еще опыт, что ли? Плюс 200 скверны. Представляешь? А где тогда? Где тогда показывается накопление скверны? Скверна незначительна. Ну а счетчик этой скверны? Ладно. Удачливый. Множитель переноса очков. Это что-то новое. Еда, потребляемая охотником. Плюс 10. Ленивый. Шанс на засаду. Эффективность дозора при добыче ресурсов плюс 20%. Шанс на защиту от засады. О, это точно, это надо, это необходимо. Он постоянно у нас в дозоре. Постоянно в дозоре. Шанс на засаду. Еда, потребляемая охотником. То есть шанс на засаду, это значит, что я попаду в засаду, у меня уменьшается наконец-то. Наконец-то. И что это за засада, я понял. Это шанс, меньше шансов, что я попаду в засаду. Вот что это такое. Давай так. Ну и все. Ну и все. Я, наверное, пожалуй, на этом закончу, да? В регион Ратал мы уже отправимся в следующий раз. Спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч. Пока.